Какой уходить? Подождите. Так, сейчас, секунду. Пасу. Опа. Так, блядь, секундочку, надо отодвинуть. Блядь. На секундочку, ребят, на секундочку, пока Арфет... Блядь, как же мне его... Я, конечно, дико извиняюсь. Ебать, хорошо. Все, пацаны, я поссал, ебать. Ой. Да ты шо, нах. Ну я не мог, нах. Я уже не мог, ебаный Арфен, бля. Я тупо не мог, отвечаю. Ничего, у меня под рукой тут салфеточки есть, все нормально. Ютуб, привет. Вот это, ребята. Вот это, ребята, что означает это самое, блядь. Когда идет эпик и вары на эпик, это пизда, нахуй. Все, нахуй. Ваше здоровье! Не, пить не буду, спасибо. Шо, я к новью? Бля, пиздец, нахуй. О, меня уже риснули, аллилуйя. Ой, батя, я к новью, все. Да, поссал, ебать, хорошо. Все, теперь можно дальше фармить эпик, нахуй. Бля, уже свитков нет, нахуй, просто пиздец. А срать как будешь? Ну, под себя. Что ж делать? Да. А Биша завели ли она уже? Отис, ну бля, я хуй знает, насколько ты там уезжаешь. Это хуёво. Гоха, привет. В смысле, Гоха? Ну, понимаешь, когда фармишь эпик, вот такая хуйня происходит. Ну, когда с варами его фармишь, вот как-то так. Зайди, когда выпьешь, ты кружки нет, спасибо. Чашку запомнили? Кофе. Бля, ну это пиздец. Ну а чё делать? Пизда, у меня Арфен, нахуй. У меня идет Арфен. Спасибо. С облегчением, ебать. Спасибо. Кто у них есть еще раз? Сорки? Блядь, откуда сорки, нахуй? Да все правильно сделал, пусть любители. Не, ну а чё, блядь? Ага, хуй ты его слежь. Просто понимаешь, ну, тут пиздец. Ариан заходит, алло, блядь. Понимаешь, Арфен не дохнет, а ссать-то хочется. Гексорха можно весить.
Серега, блядь, быстрее заводи, что за хуйня? Потный арфин, потный.